Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство iPhone 15 Pro. И сейчас я покажу вам, как поменять звук уведомлений на вашем устройстве. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки», далее проходим в раздел «Звуки и тактильные сигналы». И здесь мы можем поменять звук уведомления, выбрав любой. В принципе, то же самое мы можем сделать с уведомлениями в календарях, с сообщениями, которые мы отправляем, с новой почтой, автоответчиком и звуком сообщений. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.